Всем привет! Сегодня мы делаем классные конфетки. Ну, не конфетки, а скорее бумажная упаковочка красивая и бумажные красивые упаковочки, там где внутри записочка. Но похожи они на упаковку от конфеток. Для начала мы сделаем разных цветов, то есть разных вкусов конфетки. Возьмем голубую, зеленую, оранжевую, ну и вообще любую, короче, цветную бумагу. Так, потом я возьму желтую и розовую, конечно же. Начнем мы с розовенькой бумаги. Так, берем, отрезаем прямоугольнички. Длина 5 сантиметров, а ширина 4 сантиметра. Я это делаю примерно на глаз. Так вот у меня получилось. Я клею одну сторону. Мы клеим одну сторонку и сворачиваем бумажку вот в такой вот цилиндр. Теперь заклеиваем одну часть. Это будет очень сложно сделать для меня. Мне это или сложно, но, короче, как-нибудь разберетесь. Вот так вот заклеиваем. И теперь осталось туда положить записочку. Вы можете написать все, что вы хотите. Так, а я пишу. Вот вам видно, что я буду писать. Продолжим. Вот я написала I love you. Потом заворачиваем это. Так, и конечно кладем в пакетик и заклеиваем нашу мини-конфетку. У нас получилось, и для, конечно, реалистичности мы сделаем вот так вот. Та-дам! Вот, я не буду ничего сверху наклеивать, мне кажется, так тоже красиво. Ну и сделаем, конечно, упаковочку тоже красивой. Вырежем как бы треугольнички с краев, которые мы приклеили с одной стороны. И с другой стороны одна конфетка готова. Откладываем ее. Я сделаю 3-4 конфетки розовеньких. Так, продолжаем в том же духе. Можете придумать разные надписи.
Так, вот, я написала еще одну надпись. Кладем в пакетик и заклеиваем наш пакетик. Так, опять же вырезаем наши треугольнички аккуратненько. Так, и делаем конфетку более реалистичной. Вот так вот. Это у нас вторая конфетка. Продолжаем. Ну, или также можно сделать как бы с предсказаниями конфетки. Упаковочки там, где говорится. Ну, то есть, ты будешь, когда вырастешь богатым, там много детей, ну и так далее. Вот, можно такие предсказания еще сделать. Я уже сделала 1, 2, 3, 4. Я уже сделала 5 штучек таких конфет розовых. Так что переходим на желтенький. Так, я сделала уже еще 5 вот таких вот конфеточек желтеньких. То есть у нас уже 10 конфеток. Осталось еще. Сейчас начнем вот такой прям светло-светлый, ну скажем, желтый. Вот на камере кажется то, что он реально белый. А на самом деле он такой светло-светло-желтый. В принципе, без разницы, какие цвета, просто у меня другого нету. Итак, я сделала уже следующие 5 штучек. Вот таких вот. Они уже похожи как на пельмешки или равиоли. Что-то такое в этом цвете. На следующий цвет. Получается, мы уже сделали 15 штук, вот, столько вот этих конфеток. Ну, а мы продолжим с зеленым цветом также. Так, я уже сделала 5 зеленых штучек. Конечно, на камере кажется то, что оно все белое вообще. Не знаю почему, но оно или зеленое. Ладно. Следующий и последний, ура, последний цвет, это синий, не знаю, тут тоже какого-то оно белого оттенка на камере. Ну ладно, продолжим в том же духе. Итак, мы закончили наши голубые 5 штучек. Так, и теперь нам нужно сделать упаковку. Берем любой цвет, который вам больше нравится. Я возьму розовый. Потом берем, ну, как бы, скажем, полиэтиленовый пакетик. Потом режем его как окошко для наших предсказаний. Так, в принципе, без разницы, какого размера у нас будет окошко, потому что, ну, смотря какого размера у вас, сколько у вас вообще конфеток, ну и так далее. Так, берем желательно чистый лист бумажки. Потом делим его напополам. Так. И вырезаем. Хотя, в принципе, можно и не вырезать, а просто склеить боковушки. Сначала нижнюю, потом верхнюю, ну и так далее. Приклеиваем сначала одну сторону,
Но для начала нужно вырезать окошечко, конечно. Так, со внутренней стороны мы, конечно же, рисуем контуры нашей. Рисуем контуры нашего окошка. Так. Так, вырезаем. И оставляем внутреннюю как рамочку, чтобы было место, куда девать клей. Это выглядит как-то вот так вот. Теперь клеим эти стороны. Так, берем, наклеиваем. Так, наклеиваем наш клинчик. Так. Так. Вот. Так вот это выглядит с наружной стороны. Теперь приклеим. Теперь нужно написать название. Так, теперь делаем декоративную упаковочку. Когда вы закончили с декорациями, на упаковочке просто заклейте все стороны, кроме верхней. Когда вы заклеили все стороны, кроме верхней, то просто зацепьте туда все предсказания, которые вы сделали. Ну, все конфетки.
после того, как вы положили все конфетки внутрь, просто заклейте верхнюю часть. Итак, вот наша упаковочка со сладостями. Там, где внутри, предсказание закончено. Кому понравилось это видео, всем ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.